Руфина Ивановна Курмель родилась 1 мая 1921 года в Новгороде. В 3-летнем возрасте ее семья переехала в Ленинград. Там она окончила среднюю школу и поступила в политехнический институт. Но обучение пришлось прервать. Началась война. Руфина Курмель пошла работать на завод по изготовлению лампочек. Позже там стали производить мины и снаряды для фронта. Всю блокаду Ленинграда ее семья находилась в осажденном городе. За мужество и оборону юбиляр награждена медалями и орденами. После войны Руфина Ивановна вышла замуж за военнослужащего, окончила политехнический институт. Позже семья переехала в Севастополь. В нашем городе ветеран более 20 лет проработала учителем младших классов и педагогом по черчению. Самое примечательное, что она родилась 1 мая 1921 года. Это был день Пасхи. И сегодня, когда ей исполнилось 95 лет, это тоже день Пасхи. Это какое-то знамение или какой-то знак. Но сейчас она, по состоянию ее здоровья, она, конечно, ну, и плохо ходит, и плохо видит, но у нее очень боевой дух. Она очень с таким стержнем мужественным, командным такой, ей бороты командовать. Она не унывает, она никогда не мучается какими-то депрессиями. Она, в общем, очень энергичный, очень оптимистический человек. С юбилеем Руфину Ивановну поздравили представители департамента Гагаринского района, совет ветеранов и учителя 14-й общеобразовательной школы. Кроме того, ветерану вручили письмо от президента России Владимира Путина. Поздравление от президента, поздравление от губернатора. Вы знаете, да, что вам же на ремонт квартиры ваши выделены деньги, да, знаете? 100 тысяч рублей вам выделен ремонт квартиры, плюс к 9 мая вы получите, как все ветераны, почти 11 тысяч рублей еще дополнительно в качестве подарка. Вот от нас мы, вот, пожалуйста, вам такой плед, чтобы вам тепло было, не холодно зимой. Спасибо. Вот ваши цветы. С днем рождения вас, Руфина. Спасибо, беленькие. Спасибо, рождения. Дорогие. Я так не ожидала, что меня так это помнят и так отблагодарили. То есть это так отпраздновали мой юбилей. Я никак не ожидала. Спасибо вам, дорогие, что вы все организовали и сделали. Сейчас Руфина Ивановна вместе с дочерью проживает в Гагаринском районе Севастополя и готовится к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Анна Брачева, Карина Сыч, информационный канал Севастополя.